Друзья, всем здравствуйте! С вами снова ДВ-канал. Что у нас сегодня? Сегодня мы постараемся вам рассказать о снегоходе Scandic Sport, который ворвался к нам в 2020 году с невероятными характеристиками. Что сказать? Компания BRP, не останавливаясь на достигнутом, которая имеет представительство в 100 странах мира и в команде которой трудятся 10 500 сотрудников, в 2019 году стирает грани между спортом и утилитарным классом в снегоходах. Продвигая шасси G4, шасси четвертого покорения революции, все глубже и глубже, давая возможность потребителю то, что он просит сегодня, здесь и сейчас, стирая все на своем пути. Снегоход Scandic Sport. Внимательно! Снегоходы сегодня собираются в Финляндии. Для кого не секрет, это самое современное производство на сегодняшний день снегоходов. Марка Ski-Doo сама в себе держит слово ски. Ski-Doo – это самый основополагающий продукт этой компании. Ни для кого не секрет, есть разные снегоходы. Снегоходы, которые отвечают самым требовательным и взыскательным покупателям, самому требовательному потребителю. И снегоходы для потребителей, для которым снегоход жизненно необходим, в той или иной степени, те или другие, отличаются, безусловно, кошельком. И этот кошелек является зачастую для большинства людей основополагающим фактором при выборе снегоходов. Scandic Sport отвечает требованиям тех людей, у кого кошелек имеет определенные рамки, определенные размеры. Это самый бюджетный снегоход в модельном ряду Ski-Doo. Самый бюджетный, когда я говорю, это не значит, что он какой-то ущербный или, может быть, не до снегоход. Нет, это полноценный снегоход на шасси G4. Полноценный снегоход с сиденьем, модульное сиденье, но, к сожалению, одноместное, в то время как двухместное сиденье вы можете легко приобрести у официального дилера вторую надставку. Бесспорно, здесь бардачок. Бардачок сухой, который имеет специальное уплотнение, при помощи которого производитель заставил исключить попадание влаги в этот отсек. Невероятно легкий и простой доступ к аккумуляторной батареи. В комплектацию снегохода уже входит электрический стартер. Да, здесь нет привычной уже для всех и большинства потребителей ключа DES. Система DES отсутствует, есть обычный размыкатель цепи зажигания, но от этого он хуже не стал. Да, здесь 145 всего-навсего проставка руля, и это самодостаточная высота этой проставки для того, чтобы отвечать требованиям и запросам потребителей. Бесспорно, по умолчанию здесь есть обогрев ручек, обогрев куркогаза, и это все регулируется здесь на панели. 4,5 или 11,5 сантиметров по диагонали панель приборов. Панель приборов, на которую выводятся обороты двигателя, бесспорно, показания топливного датчика, емкость топливного бака 42 литра. К сожалению, на эту панель приборов не выводятся показания масляного бака, который вмещает в себя 3,4 литра. Поэтому перед выездом обязательно убедитесь, откройте крышку, убедитесь в наличии масла. Полный бак никогда не помешает. Форма и крышка масляного бака претерпела серьезные изменения. И теперь масляный бак всегда чистый, не имеет подтеков. Сорвать резьбу на крышке масляного бака практически невозможно. Телескопическая подвеска. Не буду говорить зачем, не буду говорить почему. Ее отличия, преимущества и недостатки. Ход этой подвески невысок, небольшой, 150 мм. Задняя подвеска SC5U с возможностью фиксации ее задней части, для того, чтобы можно преодолевать было какие-то подъемы в случае, если гусеничной ленты с подламывающейся подвеской не хватает и вам необходимо усилить сцепление с поверхностью. Открытые подножки. Да, кстати, ход подвески 239 мм для тех, кого это важно. А это очень много для снегохода с подвеской SC5U. Открытые подножки. Открытые подножки. Снег, собственно, не задерживается. Открытые подножки – это, кроме всего прочего, еще и возможность производителя
снизить вес снегохода. Задняя платформа. С 2022 года платформа укомплектована площадкой, которая уже размечена для того, чтобы установить крепежные элементы системы Link. Также вы можете за отдельные деньги отдельно приобрести в любого дилера площадку Multi-Link, которая комплектуется любые снегоходы с шасси с тоннелем 20 или 24 дюйма с гусеницей 50 или 60 сантиметров. Гусеничная лента. Зацепы ламели на этой гусеничной ленте 32 мм. Ширина трака 500 мм. Это полноценный Y-трак. Длина этой гусеничной ленты 3923 мм. 20-дюймовый тоннель REF Gen4 4-го поколения. Для чего он создан? Для сложных работ на пересеченной местности, для комфорта и качества внетрассового катания. Снегоход для всех и для каждого. Именно этот снегоход Ski-Doo Skyndex Sport. Именно под таким девизом конструкторы работали над его созданием. Новый, именно новый, а не обновленный или усовершенствованный двигатель, младший брат двигателя 600R E-Tech, на базе которого был создан двигатель 600 EFI. Это уникальный двигатель. В чем его уникальность? Ну, давайте по порядку. Что было сначала? Сначала инженеры компании BRP, компании Rotax, если быть точнее, разработали двигатель 600R E-Tech. Мощность этого двигателя стала больше на 5 лошадиных сил по сравнению с его собратом 600 HO. Вес при этом стал меньше на 680 граммов. Показатель расхода топлива и масла самый эффективный на рынке в сравнении с двигателями аналогичной мощности. Блок цилиндров – это моноблок. Моноблок с плазменным покрытием. Плазменное покрытие, для тех, кто не знает, эта технология применяется при производстве дизельных двигателей. Что такое дизельное топливо, с какой температурой оно горит, мы можем себе представить. Это делает этот двигатель невероятно надежным. Магнетта. И как следствие, сам двигатель стали уже на 37 мм по сравнению с предшественником 600 HO. 599,4 кубических сантиметра. Диаметр 72,3, ход поршня 73. Квадратный, так называют этот мотор. Что делает его младшим братом с 850-м мотором, мощность которого 165 лошадиных сил. Короткий, прямой, всасывающий коллектор. Заменены резиновые патрубки всасывающего коллектора, которые зачастую рвались на 600 HO и являлись предметом поломок, преждевременного выхода из строя этих моторов вследствие подсасывания воздуха из этих патрубков. Кто знает, тот меня поймет. Выхлопные и рейв-клапана на этом двигателе, безусловно, отсутствуют. Никаких электромеханических приводов, никаких в три раза быстрее. Сам выхлопной коллектор очень плавный, имеет выход. 600 EFI, установленный на Skyndex Sport, собран на базе двигателя 600R, я повторюсь, имеют систему электронного впрыска топлива. Да, здесь нет пониженной передачи. Здесь обычная цепная коробка, что, собственно говоря, упрощает владельцу владение или техническое обслуживание проводить этого снегохода. Обратите внимание, первое техническое обслуживание – согласно инструкции завода-изготовителя, на этом снегоходе, на этой модели, через 1500 километров. Что это говорит? Это говорит, что владение этим снегоходом ничтожно мало по сравнению с любыми другими снегоходами, укомплектованными более совершенными узлами и агрегатами. Ну вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось сказать вам коротко об этом снегоходе. До свидания, 553-й Rotax. Здравствуй, 600. Новая эпоха. Миссия достигнута. Я считаю, что отличный снегоход для всех и для каждого. Добро пожаловать в мир BRP. Это был Skyndex EFI с литерами Sport. И в нем, вы знаете, что-то есть такого, что называется Sport. Стиратель границ. Друзья, здравствуйте! Нам повстречалась прекрасная королева. Ее зовут Анна.
Мы попросили ее прокатиться на этом замечательном снегоходе. И повторюсь, это скиду Scandic Sport 2022 модельного года. Аня, что вы хотите сказать нам о снегоходе? Управляемость. Снегоход супер, управляемый, маневренный. И даже такая девушка хрупкая, как я, легко справилась в таком снегу на этом снегоходе. Не слова, а делом. Аня доказала делом, что этот снегоход для всех. Для всех, для каждого. Спасибо для еще раз. Для мужчин, для девушек, для семей, с собаками, с кошками. Машина прям супер. Был случай, мы еще что-то тут его немножечко подраскачали, установили второе сиденье, сделать это было очень просто. Установили горную стропу, а сиденье устанавливается на раз-два, ровно как и снимается, и снегоход превращается, собственно, в двухместный. Ребята, снегоход достойный, внимание ему стоит уделить. Поначалу у меня были какие-то, может быть, скептические настроения, но сейчас я хочу вам сказать, что да, имеет место быть. Спасибо за внимание. Аня, спасибо тебе. Спасибо, Костя. Scandic Sport. Итак, друзья, с вами был ДВ-канал. Я Константин Волошин. Подписывайтесь на наш канал, будьте рядом, мы работаем для вас. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.